При подготовке к экспедиции в Эфиопию я обнаружил дневники русского офицера Александра Булатовича, агента чрезвычайной миссии в Абиссинию. Больше 100 лет назад он первым из европейцев попал во внутренние области Эфиопии. Я отправился в путь с дневником Александра Булатовича и его картой. Путешествие началось на территории Сомали, где не прекращается война, а власть поделена между кланами. С трудом выбравшись из Сомали, экспедиция попала в Эфиопию, на территорию кочевников-афаров, через земли которых проходил Булатович. Нам удалось договориться с вождем одного из афарских племен. С его караваном и охранниками мы отправились через пустыню, так же, как больше 100 лет назад шел со срочным дипломатическим поручением Александр Булатович. Мы шли по его следам, надеясь в этой дороге распутать хитросплетение его судьбы. Это тот самый караванный путь, по которому Александр Ксаверьевич с проводниками шел в Харар. Места эти не выглядят каменистой и безводной пустыней. По простой причине. Только что закончился период дождей. Булатович проходил здесь в апреле по абсолютно выжженной земле. И он спешил. Вспоминаются строчки из его дневника. Раскаленный диск слепящего солнца. Бескрайняя полупустыня на многие километры вокруг. Голова раскалывается от боли, пот заливает глаза и щиплет растрескавшиеся губы. Обессиленные верблюды еле-еле переставляют ноги. Двадцать часов бесконечного перехода. День перехода выматывает даже, когда двигаешься в обычном ритме. Устали афары, привычные к езде на верблюдах. Александр Ксаверьевич – искусный наездник, но на верблюде он ездит впервые. Скоро будет,
На биваке обнаружилось, что пропал один из проводников, суданец Саид. Блатович молча развернул верблюда и направился обратно искать Саида. Арабы-проводники махали руками и кричали ему вслед: «Вернись, ты умрешь!» Саид сбежал к себе в Судан. Через час в бесконечных песках показались смутные силуэты, как будто текущие в знойном мареве. Мираж? Нет, это оказался Саид. Его верблюд не выдержал долгого перехода и лег, остальные ушли далеко вперед. Саид знал, что дойти не сможет, но все равно шел, таща за собой верблюда. Увидев русского гусара, он упал на колени и заплакал без слез. Слезы давно кончились. С тех пор проводники смотрели на Булатовича со смешанным чувством страха и обожания. Таких белых они еще не видели. Когда отряд Булатовича прибыл в Харар, эфиопы долго не могли оправиться от потрясения. Огромный путь по пустыне был проделан за 90 часов. Примерно на 18 часов быстрее, чем ездили профессиональные курьеры. О Булатовиче начали складываться легенды. И, разумеется, никто не верил, что прежде он никогда не ездил на верблюде. 8 дней пути позади. Мы втянулись в это монотонное движение, даже не заметили, что подходим к городу. Пригороды Харара больше похожи на поселок кочевников. Наши проводники заявили, что дальше они не пойдут. Будут ждать нас здесь. Мы удивились, почему. Ахмед сказал: «Мы ходим по своей земле. Там город. Не наша земля, другие люди. Мы туда не пойдем. Итак, у нас есть несколько часов для самостоятельного ознакомления с достопримечательностями Харара. Вечером нам нужно выйти из города и снова встретиться с проводниками». Из донесения начальника азиатской части главного штаба генерал-лейтенанта Проценко. Благодаря усилиям агента Булатовича в Хараре было получено разрешение властей на дальнейшее продвижение русского отряда. Через неделю отряд русской миссии Красного Креста прибыл в Харар, но местные власти, получив распоряжение из столицы, воспрепятствовали продвижению русской миссии далее. В связи с приближением периода дождей это ставит под угрозу всю операцию. Когда мы вошли в Харар через древние ворота, вот начало создаваться ощущение, что мы оказываемся втянуты в какую-то средневековую сказку, в какой-то лабиринт бесконечный, из которого, может быть, даже и нет выхода. А если есть выход, то это выход не вперед, а скорее назад, в век 19. В какой-то момент возник проводник. И стал показывать нам город. Он срезал какие-то непонятные углы, проходил через какие-то дворы, потом заходил в чьи-то дома и выводил нас с другой стороны.
меня было полное впечатление, что передо мной идет Булатович, потому что наверняка его водили этими же самыми переходами. Очень чувствуется влияние Сомали. Люди, язык. Вообще здесь такой своеобразный этнический замес. Амхары, харарги, сомали и арабы. Спокойный мусульманский город. Несколько мечетей, много торговых лавок. Совсем мало машин. В основном трогательные олдтаймеры. Бьюики, доджи, фиаты. Старый город как будто совсем не изменился за последние 100 лет. Целая улица заставлена ножными швейными машинками. Кажется, это еще зингеры. Здесь прямо на мостовой работают портные. Узкие улочки, мощенные булыжником. Сплошные каменные стены домов. Тесные дворики. Из инструкции военного министра Ванновского генерал-майору Шведову. В политических целях и стремлениях как императорского правительства, так и правительства держав соседних Эфиопии по колониям, я считаю своим долгом рекомендовать вам как по дороге, так и во время пребывания вашего в отряде соблюдать крайнюю осторожность. И покорнейше прошу придерживаться в работах ваших рамок, возложенных на вас главным штабом задач, не вызывая при этом подозрений. Вне всякого сомнения, Булатович проходил по этой же улочке, и в первый раз, конечно же, ему был нужен проводник. Наверное, к нему так же, как и ко мне, подошла живописная личность и предложила: «За $0.50 могу показать самые интересные места в историческом центре города». И я, и Булатович согласились. И вот в лабиринте узких улочек мы бредем вверх и вниз, вправо и влево. Достопримечательности Харара похожи одна на другую. Домики, слепленные из глины, небрежно разбросанные по холмам. Одна большая потрескавшаяся достопримечательность. И мечети, мечети, мечети. Здесь был один из самых главных торговых центров Африки. Перевалочный пункт для кофе, слоновых бивней и драгоценных камней. Самое главное, конечно, тут атмосфера. Каким этот город был 100 лет назад, таким и остался. Он также приманивал темными провалами двориков и также был наполнен экзотическими личностями, одна из которых произвольно ведет меня сейчас по сплошному серпантину, отрабатывая вознаграждение. Также вели и его, и еще, наверное, следили за ним. Ведь в этих домиках находились представительства всех европейских держав, обеспокоенных прибытием русской миссии. Из донесения генерал-майора Шведова. По личному распоряжению Негуса Менелика II
отряд Красного Креста был задержан в Хараре, что делает невозможным выполнение возложенной на нас миссии. В этой связи агент Булатович вновь принял на себя обязанности курьера и отправился в Адис-Абебу, чтобы на месте прояснить ситуацию и добиться отмены решения Негуса. Путь от Харара до Адис-Абебы составляет около 700 верст по Данакильской пустыне. Местные племена, афары или данакильцы, известны своей агрессивностью, в связи с чем агенту Булатовичу был выделен надлежащий конвой. Нам пора выходить из города. Афары не будут ждать до темноты. Они уйдут ночевать в пустыню. И нам тоже придется спать под открытым небом. Здесь быстро темнеет, и нам нужно до темноты выйти в условленное место. Честно говоря, мне тоже хочется побыстрее выйти из неуютного города и снова расположиться биваком на теплом песке под звездами. Город остался позади. Мы вышли в полупустыню. Это то самое условленное место, где мы договорились встретиться с нашими проводниками. Но их что-то не видно. Солнце садится, вот-вот наступят сумерки. А вот и наши проводники. Наконец-то! Ахмед, Фирео. Как приятно видеть знакомые лица. Оказывается, они ходили поить верблюдов. Понятия точного времени в пустыне не существует. Они ориентируются по солнцу. Да и вообще обычно никуда не торопятся. Мы присоединяемся к нашему каравану и бредем дальше. Неподалеку обнаруживается целое афарское селение. Проводники начинают, не торопясь, развьючивать верблюдов. Жители селения обступают нас и внимательно наблюдают. Сначала приходят мужчины, потом через некоторое время появляются любопытные девушки. Судя по всему, приход каравана, да еще с белыми людьми, для них большое событие. Теперь мы поняли, что афары очень гостеприимный народ. Понятие «гость» для них свято. Если во время межплеменной войны в дом вбегает вооруженный человек, хозяин может остановить его одной фразой: «У меня гости», и все. Судя по всему, ночевать на голой земле нам не придется. Афары разводят костер, готовят еду, вокруг костра расстилают циновки. Вот, лежим в полупустыне, в подстилках, а вокруг нас происходят какие-то невероятные совершенно события. То есть вот сейчас ни стен, ни крыши, и буквально через некоторое время здесь возгромоздится некий дворец. Нам не позволяют ничего делать. Домик тем временем потихонечку увеличивается. Скажите, у афаров репутация как наиболее агрессивных людей с мечами, автоматами и прочее. Но пока все вот с точностью да наоборот. Первая вот эта вот настороженность, что меня поражает, исчезла. И сейчас, похоже, и мы воспринимаем их, и они нас воспринимают как, ну, уже почти как родственников. Афары очень красивые люди, особенно красивые афарские женщины. Первые слова мы уже выучили. Все нормально, договорились, это значит хайя. Привет. Ложимся спать. Привет. Ну, привет. Спокойной ночи. Привет, привет. Привет.
Когда мы проснулись, солнце еще не взошло. В деревне уже никто не спал. Здесь встают рано, чтобы успеть побольше сделать до наступления дневной жары. Как только мы выбрались из-под нашей москитной сетки, выяснилось, что проводники уже собрались, и караван готов. Мы выходим из деревни еще по утренней прохладе. Вслед за Булатовичем нам предстоит пройти около 700 верст. Конечно, мы не сможем выдержать его ритм. Он очень спешил. Приказ Менелика, так настойчиво добивавшегося внимания и помощи России, задержать русских в Хараре всех встревожил. Эту загадку предстояло решить Александру Ксаверичу. Мерно покачиваясь в седле, Булатович изо всех сил старался держать слепающиеся и опухшие глаза открытыми. Если уснешь, упадешь под ноги верблюда, а он пойдет дальше. Спать нельзя, нельзя спать. Как сквозь войлок, Булатович услышал непонятный шум и крики. Из знойного марева прямо на него надвигались непонятные темные силуэты. Данакильская пустыня не зря называлась «Долиной смерти». Местные племена частенько грабили одуревших от жары путников и бросали их умирать прямо посреди палящего солнца. Не успев ничего понять, Булатович оказался под копытами собственного верблюда. Когда он очнулся, солнце стояло прямо в зените. Над гудящей, как чугунный котел, головой. Распухший язык не помещался во рту. Вокруг не было никого, только бескрайние пески и злое солнце. И избитые, раздетые проводники. То, что это смерть, Булатович понял сразу. Оставалось только решить, как умереть. Просто лечь на песок или все-таки попытаться идти.